8 марта – день, когда комплименты звучат особенно тепло, а благодарность и восхищение еще больше читаются во взглядах мужчин. Так уж сложилось, что из протестов и борьбы за права этот день превратился в настоящий праздник женственности и красоты. Сегодня их и слабым полом ты не назовешь. Так много женщина может. Сочетание мягкости и силы – вот что такое женщина сегодня. Она не только мать, жена, подруга, она еще и у руля. И это вполне гармонично сочетается. В театрально-концертном центре на сцену поздравить прекрасный пол вышли, конечно же, мужчины. Вы играете много ролей в нашей жизни, но самая главная роль и ваше предназначение – это продолжение жизни. На протяжении всей жизни вы воспитываете и дарите тепло, ласку и добро своим детям. Вы вкладываете в них все самое лучшее, что могло бы быть на этом мире. Все самое доброе, светлое вы без остатка отдаете им. Сегодня от имени всех мужчин мы будем поздравлять вас и, конечно же, хотелось вам пожелать любви и счастья, мира и тепла. И при всем при этом сказать, что, конечно же, хотелось, чтобы мужчины оказывали вам свое внимание как можно чаще, не только в день 8 марта, но и сегодня, завтра и всегда. С праздником вас! Любви! Женского счастья. Мы, мужчины, вас всегда любим. Я присоединяюсь ко всем поздравительным словам, а персонально каждой хочу пожелать, чтобы вы, каждая, были единственной и неповторимой, а также желанной. Милые, дорогие, любимые, обожаемые, мы вас очень любим, и вы любите нас. Соответственно, дай Бог, чтобы у нас все было хорошо, и в наших семьях тоже. Дорогие, милые наши девушки, хочу пожелать вам коротко добра, комфорта и уюта, любви вам и вашим близким. С праздником! Милые дамы, как все уже сказали, любви вам, здоровья, счастья и удачи. Любимые женщины, с праздником вас, весеннего вам настроения. И прошу вас, дарите любовь и ласку не только детям, но и нам, мужчинам. Поздравляю вас с 8 марта. И хочу вам пожелать, чтобы вы чаще улыбались. Ведь ваша улыбка всегда обезоруживает. Подарком для прекрасных дам, которые работают в городском округе Щелково, стали не только слова поздравления и творческие номера, но и грамоты и благодарность. Также по поручению президента России глава округа Сергей Горелов вручил женщинам-ветеранам медали, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Говорят, что сила женщины в ее слабости, но порой женщинам в разные периоды российской истории приходилось проявлять именно настоящую силу, сражаясь за то, чтобы жизнь на земле продолжалась. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.